Привет, меня зовут Владимир Еремин, я ведущий из Екатеринбурга. Сегодня мы будем делать обзор этой площадки. Называется она «Загородный клуб «Облака». Красивая природа, большая территория, зона выездной церемонии великолепна. Насладитесь кадрами, которые сделал фотограф. Все пространство полностью в вашем распоряжении и огорожено от чужих глаз. Кстати, арка в аренду стоит всего 1000 рублей. Масса локаций для атмосферных фотографий. Камни, фотосессия на песке, в воде. В общем, идеальное сочетание с естественной природой. Есть стилевая костровая зона, где можно поставить кальяны. Зона welcome. Комфортная, но есть один нюанс. Девушки на шпильках, будьте аккуратны. Посмотрим место, где будет проходить свадебный ужин. Белая стена – это настоящий холст для декораторов. Можно сделать все, что угодно. Удобная общая расцветка – белый и серый – это цвета хроматок. Внутри помещения три кондиционера, которые отлично охлаждают в жаркие дни. От отключения электроэнергии спасает генератор на 30 кВт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством даже концерт. Газовые горелки, пледы, репелленты от насекомых и зонтики. Все это площадка предоставляет абсолютно бесплатно. Также есть и оборудованная кухня с лидогенераторами и 5 холодильниками. Кейтеринг свой, так как руководство площадки несет полную ответственность за качество приготовленных блюд. Также есть детская площадка и домик, где можно легко переодеться и остаться с ночевой. Стоимость. Пятница и суббота 110 тысяч рублей, воскресенье 80 тысяч, четверг 70, с понедельника по среду 55 тысяч рублей. Пробкового сбора здесь нет. Кейтеринг 3000 рублей на человека с обслуживанием. Достойная площадка, но есть минус. Бронировать нужно заблаговременно. Кстати, в Облаках есть асфальтированная парковка на 30 автомобилей. Мне понравилось. Рекомендую.